По данным СМИ, Андрей Данилко, известный широкой публике в образе Верки Сердючки, не раз был увлечен в антироссийских настроениях. Однако это не мешало ему вплоть до спецоперации приезжать в Россию и выступать на корпоративах за баснословные деньги. О концертной деятельности Верки Сердючки в России высказался продюсер Кирилл Чибисов. Верка Сердючка, несмотря на свои русофобские высказывания, как ездила к нам до 2014 года, так и продолжала ездить вплоть до последних событий. Нон-стопом вместе с коллективом на 26 человек, никто ей в этом не мешал. Я работаю с артистами, в том числе на зарубежных мероприятиях в Италии, в Венеции, в Дубае и везде на русских праздниках на каждой площадке была Верка Сердючка. Зарабатывала она очень хорошо, средний гонорар 150-200 тысяч евро. А что вас удивляет, это же частные корпоративы, кто может запретить вам позвать Сердючку за ваши деньги? Состоятельные клиенты на свои мероприятия с удовольствием приглашают оппозиционных звезд. Более того, продюсер уверен, что Данилко будет и дальше выступать в России.